После ремонта дворовых территорий квартал «Звездочка» в Савинской Слободе заметно преобразился. В рамках комплексного благоустройства в этом году здесь полностью заменили асфальтовое покрытие. Сделали новые пешеходные дорожки, тротуары, проезды. Работы выполнены на 100%, нареканий нет, говорят местные жители. А вот с парковками по-прежнему сложно. Поэтому предлагают сделать стоянку на месте полуразрушенного здания военторга. Дополнительные парковочные места. Сделаем парковку, да. Избавимся от маргиналов, парковки появятся. Вершова, просто как пример. Бизнес такая штука, что если бы это было кому-то интересно, уже бы зашли. Ну, конечно, да. Привести в порядок необходимо и остановку общественного транспорта. Дорога к населенному пункту также требует ремонта. Она находится на балансе Минобороны. Ежегодно делают лишь частичный ямочный ремонт. Но от разрушения это не спасает. Оставляет желать лучшего и состояние жилого фонда. У нас, кроме одного дома, все крыши тихо, просто страшно. Точечный ремонт не помогает. Мы, конечно, просим капитальный капремонт. Потому, что да, дома-то наши все. В пятом доме там вообще у людей на пятом этаже лезет. В рамках инспекции местные жители обсудили с главой округа необходимость установки футбольного поля, а также модернизацию детских игровых площадок. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».